Всем добрый день! Сегодня показываем ГАЗ-31029 1993 года выпуска, которая продается. Цена 75. Торг уместен, да? Торг уместен для реального покупателя. Для реального покупателя. Да. Вот теперь, Шамиль, ты в машинах чуть соображаешь, по-моему, да? Да какой соображаю? Тут ну, тут... показываем это капот, это... да? Да, капот. Это... Ну, все знают, что «Волга» – это легендарная машина. Все знают, что вот раньше только одни «Волги» были, а сейчас просто чуть-чуть за расходы. А так вот мотор 402, да? Мотор, вот как хозяин говорит, мотор отличный, только один круг прошел, только, ну, столько... Без ремонта. Без ремонта, второй начался, ну, они обычно и до миллиона бегают, как, да, например, как бы. Как только, вот как говорят эти мотористы, только масло... Этот, ну, масло следить, да, менять, да, надо, масло, это, да, конечно, это у всех машин, вот, да. Машина, как бы, вот за такую цену, блин, самокат стоит 150-200 тысяч, самокат. Вообще, ну, это машина «Волга», вот мы сейчас покажем, вот мотор, все видите, алим, да. Мотор тут простая, советских еще. Если даже вот хозяин нам дает гарантию, типа, что... Ну, машина на ходу. Не, машина на ходу, все, даже колеса, на эти колеса. Давай колеса покажем. Колеса на 14. R14. Что за R14? Вот товарищ хочет что-то добавить. Да, что за... Еще на год-полтора хватит. Ага. Какой год-полтора? Нет, колеса. 10 лет. Он про колеса говорит, про колеса. Поэтому... Ну, колеса на ходу, все, это они... Заднее колесо... Что это? Вот. Это не машина, это пирамидон. Она будет покорять вершины гор, рек. Ну, стихами уже заговорил. Так, давай... Ага. Так, железо натуральное. Натуральное и надежное. Как говорится, вот газона, смотри. Конечно. Как ГАЗ-51. Ну, делали тогда все. Понимаете, вот я заезжаю. Сделано вот, в СССР. Я заезжаю, да, на станции. Откройте, говорит, багажник. Они посмотрели, 500 рублей. А я думаю, как его? Свечу взял, достал, она не работает. Попробовал, раз, не искрит. Достал бесплатно, купил свечу, поставил. Надежная машина. Надежная. Ну, все. Давайте надежная. Салон покажем тоже. Да. Салон. Надежная и крепкая. Надежная и крепкая, да? Салон взялся в хорошей химчистке. Ну, это понятно. Да нет, конечно, то, что здесь... Ну, любители, если найдутся... Для работы. Ага. Это машина для работы, для пикников, туда-сюда, ну, да, ездить. Ага. Ну, легендарная. Багажник. Машина. Давайте посмотрим багажник, откроем. На ней можно дрова возить, 5 тонн. Я говорю, рабочая машина. Вот такой большой багажник. Единственное, что там это газа нету. Хозяин предупреждает. Ну, газ это на любителя, да, газ, ну, бензин. 5 баранов можно положить спокойно. Спокойно так, 5 баранов. 5, да? Барана или одного среднего коровы. Бычка, да. Номера, говорят, одни номера тут 25 тысяч, по-моему, стоят. Да, там. Эти номера в подарок. Кто машину берет, номера в подарок. Номера в подарок, да. Да, вот все, поэтому можете забирать. Вот что, чуть не забыли. Телефон давайте. Да, телефон, вот, пожалуйста. Телефон 8-967-42-58-531. Счастливому обладателю мы от лица хозяина обещаем, это как его эта штука называется? Жалбаур. Жалбаур. Жалбаур и стакан чая. Стакан, да, чая. Ну да, мы вместе. Ну можно два стакана. Обмывать можно, да? Кому надо еще, да, не чаю, а чачу налил. Все, все. Чачу налил, да, все. Вот это хозяин очень хороший парень, наш свой человек, поэтому да. Вот эта машина как, ну, 70 тысяч там бы как-то. Да, в общем... 75. 75, ну, торг уместен. Торг уместен, поэтому, ну, 7, блин, как-то... Еще я... отсюда покажу, вот так. Отсюда, ну. В общем, вот старая «Волга», старая, но надежная. И... Сделана в СССР, вот это... Сделана... Его, как вот этот отлично. Оленчик, да, как оленя рога. Как вот такой олень. Задний обогрев стекол работает. Ну, все работает. Пьёры переживёт. Три приоры переживут. Три поколения приоры переживут. Да, приоры сейчас это уже и не те. Здесь железо, а там... Ну все тогда. Номер телефона давай сказали. Еще раз покажем. Чтоб, да. Звоните, кому интересно. Хозяин на связи. Если придете за покупками, нам тоже не забудьте нас позвать, чтобы мы вместе обмывали. Потому что если машину не обмоешь, то много не поедешь. Но надо...
Да. Надо обмоющий несколько миллионов. Ну ты не пьешь, ты не пьешь. Не, я не. Айраном? Обмыть в смысле чай, кофе, да, айран. Да, вот посидеть за столом, тут, покушать да. Жаубаур. Турецкий туда, кофе тут продается, нормально. Будем пить. Да, вот смотри, вот, наши братья тут кофе делают. Мангал стоит, жаубаур да. Жарим. Так что... Самый дешевый жаубаур здесь у нашего да, брата. Кстати, так что кто да, хочет, да, пожалуйста, да. Приезжайте, покупайте. И, да. Да, все, машина ждет своего клиента. Да. Салам.